Погода уборки не помеха. Было бы желание. В Самаре в самом разгаре месячник по благоустройству. В субботниках и средниках с начала апреля приняли участие более 100 тысяч человек. Среди них активные жители города, работники сферы благоустройства и сотрудники крупных промышленных предприятий. Очередная уборка прошла на улице Чернореченской возле здания кинотеатра «Россия». Чистоту и порядок, невзирая на дождь, наводили сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Самара». На просьбы администрации мы стараемся откликаться своевременно, принимаем активное участие в жизни района, так как предприятие наше находится на территории железнодорожного района. И самому приятно идти по чистому городу, по чистым улицам.